Всем добра, дорогие друзья, вы на канале Шоу Гейм. Мы сегодня играем Гренни 3. Мы играем только с дедом, без слендерина, без бабки. На изи. Вы просили, я заснял. Ну, в прошлой части вы просили, чтобы я сыграл эту часть. Да. Я сыграл Гренни ремейк, но... Гренни ремейк... Я честно скажу, я прям боюсь играть. Да, я не могу. Я сыграл, но она не выложится. Ни в шортс, ни в длинное. Ни в шортс, ни в длинное. Но... В Телеграм вышло. На ночь, главное, не смотрите. Там из-за того, что что-то с микрофоном стало, я не снимал. Толя. О, да, Толя. Фу, ты не чистишь зубы, у тебя черные зубы! Блин. Ладно, что... Ан Эклер какой-то. Я вообще не знаю, для чего какие предметы. В смысле? Надо взламывать. А дед-пердед вышел на улицу погулять. Ну, гуляй, гуляй. Так. У нас рогатка есть. Будем вырубать деда. Мы будем играть в перестрелки. Поняли? Так. В принципе, у нас все хорошо тут. Пистолет. Для пистолета. Я не знаю, для чего пистолет, значит. Вы говорите... А, вы писали, что Аннабель можно забрать зубной щеткой. Какой зубной щеткой? Мишкой. А как называется еще? Еще что? А чё тут все закрыто? Это потому что я с деда? А! А нет, нет! Что за? Хорошо. Не знаю как, но аллигатор меня как-то съел, но я остался живой. Чё? А чё так надо ставить? Падла кей. Там, походу, дед. Да-да-да. Нет, дед, меня тут нету, честно. А что мне делать? Я сейчас не понимаю. У меня... Я потерял свою рогатку. Я потерял рогатку. Дедуля, придурок. Не будешь стрелять? Hello? А, ну ладно. Я так и думал. Эй. Я понял, мы играем в стрелялки, а у меня нет... Я потерял рогатку. Я потерял рогатку. А я могу под стол? Да я могу под стол. Надеюсь, он меня не сможет коснуться. Дедуля! А да, я могу его стырить, пистолет. Разве так не делать? Нет. Забыл закрыть двери. Ты глухой? Глухой. Не сышь, ты не сышь, не сышь.
Я смыл за тобой! Он... Что, он поет песню какую-то? Смывать дедом. Надеюсь, там будет оно. Блин, пинский. Мне интересно, что? А, нет, все-таки не работает. Баги! Третья часть, это третья, да? В принципе, думаю я. Я заснял... Не, я не буду говорить. Я пока что только Грэнни буду вылаживать. Смотрите, я сейчас... Что за щенки-то? Я сейчас снимаю много видео, да. Но они не будут выходить в ближайшие 10 тысяч лет. Испугался. Нас тут... А я придет не бежит. Ой, я занимался спартом. Так, я снимаю много видео сейчас, конечно, очень много. Пока что заснял 4. Не буду говорить, какие. Угу. А дед просто забирает, да, меня? Фу, дефьюз, что ли? Он вроде на улице... А, что за... Фу, блин, один. Ой. Крутые баги у нас. Он какую-то песенку поет, я не... Вы, наверное, точно не слышите. Блин. Он наверх пошел. Как я его стырю уже. Пусть музыка играет и всех тут раздражает. Ладно. Я не лучший пианист, конечно. Ага. Вот куда фуз надо. Электрика надо. Буду сейчас новости говорить. Дорогие друзья. Говорят, что если... О. Дорогие друзья. Вы мне не дорогие друзья. Потому что дорогие друзья не говорят дорогие друзья. Ладно. У нас тут больше ничего нету. А что будет, если упаду с 9 этажа? Ой. Ладно. У нас тут ничего нету. Можно сюда, что ли, зайти, нет? Вау! Круто! Крутое окно, видите? Чё? Я там не мог упасть, там, где крыша. А там, где пол или земля, я могу упасть. Нелогично. Так, один крик в этой комнате. Костя, помоги. Ой, какой Костя? Фу. Толя, помоги. Ему оторвали нос, походу. Так. У нас наверху есть такие прикольные дела, кстати. Ай! Встань! Дед! А, нет, я пошутил. Не бей. Мазила! Ой, не туда.
Не заперто. О, нет! 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 Лоу. Криворукий. Подожди, смотри, что у меня есть. Смотри, подожди. А тут открытые тумбочки. Что за... Ого! Сквозь стену, хорош! А! Блин, засмотрелся в реальной жизни! Ой, не туда. Ой, ё-моё. Да пройдёшь уже, нет? Дед, проходи! Я думал, я проскочу! Блин. Реально боевик... The Last Day. Мне интересно, там одна концовка, только как они взрывают машину, как в боевике? А что ты на такое способна, петарда? Can't pedestal какие-то. Я более знаю тут места, потому что я играл в Roblox эту карту. Так, вроде там дед не должен проходить. Ну, нет. Ай, даже ты не пугай меня, пожалуйста, меня, бро. Я думал, он целится в одну точку, не на меня. Что? Блин. А, Гренни, как? Дед, не надо. Там кролик какой-то. Там кролик. Не надо. Это крокодил, а не кролик. Я думал, тут кролик какой-то. Так. У нас, в принципе... Я надеюсь, она не будет со скоростью мили бежать. Со скоростью 100 тысяч километров в секунду. Почти как скорость света. Хорошо. Кстати, где появляется бабка? Напишите все предметы... пожалуйста, если можно. Напишите все предметы, которые там есть. И для чего они? Я не знаю. Смотрим, ждем. Пока я открою, пойдет тысячелетие, нет? Надеюсь, она не со скоростью света бежит. Ща. Что за? Я так не договаривался! Где? Что там закрыто? Там закрыто! А она вышибла дверь. Она вышибла дверь. Гуты. Хочу, чтобы она заметила. Мне интересно, с какой скорости она бежит. Давай. Ух ты ж, ёкал меня. Быстро. Ой! Как? Откуда узнала? Она через раз полный. Все знаем. На читак. Ох ты ж, какую мне игру напишите, пожалуйста, сыграть. Ну перестань закрывать. Почему она такая сильная? Просто выбивает дверь с ноги. Ой, ё-моё, что так быстро?
или что-то типа этого. А я такой медленный слизняк, который ничего не умеет. Ух ты! Та-та-та-та-та-та-та! Я думал, не заметит. Ай-яй-яй. Это я только с дедом играю, думаю. Она может просто забрать меня от... А зачем она ставит... Чё она сразу не убьет? Чем это ей нравится? Бьемот. Что? Ай! Как? А, скрипит пол! Отстань! Отстань! Пожалуйста, я тебя прошу, не надо. Бро, я не твой бро. Все, не знает, не знает, не знает. Ай! Да как? Гэнни, я тебя найду ночью. А, сейчас ночь. Я тебя не найду. Last day, last day. А как меня бабка может уничтожить только? Бабуся, карбузя. Ё-моё. Сейчас просто так проиграем, в принципе. Давай. Где ты? Ух ты ж, блин, что ты тут скримотаешь, давай. Нет, она заметит, смотри, я не пугаюсь. Не пугаюсь. Да, чтобы не было неожиданностей. I'm тут, бро. Давай просто так проиграем. Так, хорошо. Какая смерть нас ждет? Боевики какие-то. Ого. Добрый день. А откуда дед? А, вы меня решили выпустить, да? А, нет, значит. Ага, спасибо. Радуемся. Хорошо. Ладно. Всем спасибо за просмотр, кто это... Подождите. Подпишитесь, пожалуйста, на Телеграм. Там написано, когда я буду все видео выходить. Примерно. Показывать, какие видео я заснял. Не все, конечно, но бывает. Спасибо за просмотр. Что ты зыришь на меня? Я же выключил тебя. Спасибо за просмотр, кто досмотрел это видео до конца, и всем удачи и всем пока.